большой привет, меня зовут Наталина, и я просто не могу поверить, что я снимаю это видео, это просто вообще фантастика какая-то. В общем-то, мы решили сделать коллаборацию с Lime Crime Russia и выпустить Наталина бокс. Целых три варианта боксов. В этих боксах вы найдете все мои фавориты от бренда Lime Crime. Я думаю, вы знаете, что я обожаю огромное количество продукции от Lime Crime. Сейчас мы с вами посмотрим про каждый бокс. И прежде чем я вам покажу сейчас все боксы, хочу сказать несколько организационных моментов, что продажа сайта эксклюзивно будет проходить только на сайте ilovemakeup.ru. Я, естественно, оставлю ссылочку внизу, чтобы вы могли кликнуть и сразу перейти. Тираж очень-очень ограниченный, каждой коробки, ну, прям вообще очень мало, поэтому не откладывайте, если хотите купить, то покупайте сразу, и оплата сразу же должна происходить на сайте, то есть нету оплаты при получении, поэтому сразу кладите все в корзину, сразу же это оформляйте. В общем, давайте скорее посмотрим, что же у нас тут за боксы, у нас их три по тематике. Итак, первая коробочка, первый бокс, я не знаю, у меня просто три одинаковых коробки, боже мой, а, это так круто, это так, а, я просто... Это вообще невероятно. Прикиньте, я не знаю, где мой мистер Тесак. Мне кажется, женщина, которая прибирается в студии, она куда-то его дела. Поэтому нам сегодня будут помогать миссис Ножницы. Такое важное дело и без мистера Тесака. Так, первый вариант. Фирменный пакетик. И здесь, смотрите. Фирменная бумага. Lime Crime и Наталина MUA. Абсолютно в каждой вашей посылке будет открыточка с образом. То есть всего у нас три образа. Здесь бронзовая богиня называется этот набор. Здесь вот я. У меня, кстати, этот обруч есть. Я его сама сделала, кстати. И здесь будет послание. Я подписала каждую из этих открыток. Господи, я последние двое суток только этим занималась. И еще здесь, ой, боже мой, будет вот такой значок, малышка пони. И мы специально придумывали этот значок, разрабатывал дизайнер. Это, знаете, такой маленький педальный конь вам в подарочек. Так, я очень люблю такие вещи, очень люблю их прицеплять на жакеты. Так, и здесь первый комплект. Здесь палеточка Винус номер один. Мой обожаемый карандаш, просто я его обожаю в оттенке Topest. И один из моих просто любимых блесков последнего времени, Bitter Cherry от Lime Crime. Я просто обожаю эту комбинацию, и, соответственно, вот эта вот открытка. Здесь мне делали макияж как раз этой комбинации. То есть, ну, в общем-то, здесь у нас получился вот такой образ. Кстати, еще в каждом из этих пакетов, просто еще не доразложили, будет лежать сертификат от Tutte Bene Beauty. Это моя школа макияжа, студия макияжа. И там, на этом сертификате, будет скидка минус 10% на все. Вообще на все, на брови, хотите используйте, на макияж, хотите даже на базовый курс, на курс бровист, на все что угодно будет действовать скидка 10%. Следующий сет называется, это мохнатка на максималках, это для любителей прям естественного макияжа, здесь тоже, естественно, значок, тоже, естественно, фирменная бумага. Из этих комплектов можно выбрать либо маркер, либо гель для бровей. Обожаю просто их гель для бровей и их маркер. Я использую оттенок брауни в маркере, и гель я использую либо Dirty Blonde, либо тоже брауни, по-моему, цвет называется, либо прозрачный. Они просто обалденные. И также здесь карандаш в оттенке Topaz. Обожаю просто этот карандаш, я его свой уже почти сточила до нуля. И также здесь помада в оттенке Саша, этот оттенок у меня сейчас на губах. Ну и здесь, соответственно, мы делали такую съемку с чистой сияющей кожей, немножко розового хайлайтера, как на веках, так и на скулах. Просто обожаю эти продукты, и вот этот набор, мне кажется, нужен просто всем. Третий, самый мощный бокс. Я обожаю этот образ. 50 оттенков серого, посмотрите, какой у меня здесь розовый макияж, какие у меня здесь розовые волосы, блин. Везде, повторюсь, вообще в каждом заказе будет открыточка с моим пожеланием вам. И в этом боксе вы найдете Венера XL, обожаю эту палетку, господи, ее невозможно, мне кажется, не любить, потому что это самые модные, самые крутые цвета. Это самая потрясающая просто текстура. Я обожаю тени Lime Crime. Здесь же карандаш Topaz и
Матовая помада в оттенке кашемир. Вообще, вот этот набор, если бы вы покупали все по отдельности, стоил бы вам 9 270, а так он стоит 5 990. Бокс, который называется «Мохнатка на максималках», он бы так стоил 5 570 рублей, а так он стоит 3 490 рублей. И бокс, который «Бронзовая богиня», так бы, если бы вы все покупали по отдельности, стоил бы 7 070 рублей, а так он получается 4 490. В общем-то, ребята, я не знаю, что вам еще сказать, потому что я вот так вот сижу, я не верю, я не понимаю, что происходит. Вот, так я себя начинаю чувствовать увереннее. На самом деле, хочу сказать огромное спасибо, во-первых, вам за то, что вообще это стало возможным, потому что благодаря вам, благодаря тому, что вы смотрите мои видео, вы меня поддерживаете просто во всем, именно благодаря вам это стало возможным. Ну и также хочу сказать спасибо большое бренду Lime Crime за то, что они обратили на меня внимание. В общем, я очень надеюсь, что вам понравится наша эта коллаборация, потому что мы очень-очень сильно старались для того, чтобы это было выгодно, для того, чтобы это было красиво, для того, чтобы это были суперпродукты, которые я действительно обожаю, которые просто потрясающие. Ну и поэтому переходите по ссылке внизу, выбирайте тот набор, который вам понравился больше. Повторюсь, очень-очень маленькое, очень ограниченное количество всех этих наборов, поэтому не откладывайте на потом. И напишите, пожалуйста, внизу, какой из боксов выбрали вы. И когда вы получите бокс, обязательно выкладывайте фото, видео, сторис, отмечайте меня и Lime Crime, мы будем с удовольствием ходить вас лайкать. И, в общем-то, спасибо вам огромное за спасибо вам огромное за просмотр этого видео, за вашу поддержку, за вашу любовь. Я вас тоже очень-очень люблю. Спасибо вам огромное за просмотр и за поддержку. Я уже миллион раз это сказала. Но, тем не менее, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и переходите по ссылке внизу, чтобы купить мой первый бокс с брендом косметики Наталина Бокс. Ура! Ура, товарищи! Ну и все, мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!